по традиции, каждый год украшаю свою комнату к Новому году именно 1 декабря. Давайте украсим эту комнату и сделаем новогоднее настроение. Поехали! И первое, что я захотела сделать, это новогоднюю композицию, для которой я взяла большую круглую колбу, положила в нее 3 свечки и насыпала пенопластовые шарики. Также я положила туда несколько шишек и орешков, окрашенных в золотой цвет. И следующее, что я решила сделать, это поставить себе в комнату маленькую голубенькую елочку. И для начала мне ее надо расправить. И вот я ее уже расправила, и наконец-то могу повесить елочные игрушки и гирлянду. И следующее, что я решила сделать, это украсить свою стенку. Я повесила на нее одну елочку из гирлянды и 2 новогодних сапожка для подарков. Кстати, если вы хотите видеть видео на моем канале про новогодний DIY, то, конечно же, ставьте лайки. Дальше я решила украсить свою этажерку. И, конечно же, я решила украсить свой стол. И кровать тоже. И, конечно же, я повесила гирлянду на свою стенку. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here. Подпишитесь на мой канал, также подпишитесь на все мои социальные сети и пишите в комментариях идеи видео, которые вы хотите видеть на моем канале. Пока!